Всем привет, друзья! Я travel блогер, путешественник Александр Фоломкин. Я снимаю это видео в качестве наилучшем 4К. Нахожусь во Вьетнаме, город Вунг Тао. Я на горе в парке Хо Май. Вот снимаю для вас это прекрасное видео. Замечательный вид с горы на город Вунг Тао. Это прибрежный приморский курортный город. Находится где-то в 120 километрах от огромного азиатского южно-вьетнамского мегаполиса Хошимина. И вот сюда можно на выходные ездить из загазованного, шумного, перенаселенного города Хошимина, отдыхать вот на пляж, на море. Здесь есть много пляжей хороших, публичных, городских. Также вот хороший парк Хо Май, замечательный. Мне очень нравится, здесь красивые цветы. Здесь вот, смотрите, замечательно. Всем рекомендую Вьетнам, Вунг Тао обязательно к посещению. Всем спасибо за внимание. До свидания. Ставьте лайк за качественное видео 4K. 4К.